Эй, пугало, что пугало? Мне не нравится твоя шляпа, а мне не нравится твоя. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами выживать на плоту в суровом океане, бесконечном, безграничном океане, который никогда нам не покорить, но мы будем стараться. Ах, морской воздух. Ах, морские виды. Ах, морская болезнь. А, морской остров! Мы прямо в него воткнулись. Ой, смотрите, красивый сразу такой рассвет начался. Эй, бочка, иди сюда. Нет! Куда ты? Стоп! Обратно! Все, прекрасно. Да, иди сюда. Сейчас мы исследуем этот остров, но сначала надо сразу поставить еду, чтобы она меня уже ждала. Я ее съел. Черт, ладно, давайте свеклу. Свекла может... Да, готовься, свекла. Пресная вода, пить. Наполнить. Поставить греться. Копье в руках, все, готово, пошли. Главное приглядывать за плотом, чтобы акула не стала жрать. Главное, чтобы она гнездо не сожрала. Вот этот отсек с гнездом, надо его защитить. Так, так, и вот так вот тоже. Блин, как умиротворенно здесь, послушайте только. Цветки, цветки, цветки. Атарейка. Чертеж атарейки. А, нет, нужна атарейка для этого. Даже не знаю, что это такое. Давайте все сложим. Уйди, акула, мразь! О, все, свалило. А, чайка, ты что делаешь? В игру гамаю, что же еще? Ты, чайка, играешь в игру? Ну да. А ты что думал, я только могу сидеть в гнезде, высиживать яйца? Перья. И бессмысленно орать? Нет. Фраг, фраг! А откуда у тебя комп? Пока ты ловил рыбу, я ловил детали и микросхемы, из которых собрал комп. Что? Я не понимаю, что тебя так удивляет? Детали наловил, собрал комп. Ладно, я даже голову этим забивать не буду. Что за игра? Это игра The Cycle от Jager Development. А, знаю. Это же они спонсируют сегодняшнее видео. А что, прикольная игра? Не прикидывайся дураком, ты в нее уже играл, даже видос выпускал. Да, да, точно. Игра в магазине Epic Games бесплатная, но при этом не pay to win. Да, в игре надо выживать на Fortune 3 в одиночку или в команде. Добывать ресурсы, соревнуясь с другими игроками, и вовремя успеть улететь с планеты. И пока исследуешь Fortune 3, открываешь новое оружие и способности. Я еще помню, там недавно у них третий сезон выходил с новым контентом. Ты отстал от жизни, плавая тут на своем плоту. Они расширили третий сезон. Теперь это сезон... 3,5. Вау. 50 новых уровней с наградами за пропуск Фортуны, которые включают в себя новые костюмы, скины для оружия, спреи, баннеры и многое другое. Хватит орать. Рыба есть? Что? Прости, взбудоражился немного. Просто с 21 декабря в игре ожидается еще больше эксклюзивных игровых событий, начиная с зимнего праздника «Чудо над Нептуном». А это значит новые контракты. Рыба-то есть? Да что с тобой? Ничего, не обращай внимания, игра просто рвет мне башню. С чего? Ну просто я уже вышел за 100-й левел в игре. А все, кто достиг 100-го левела и вышел за его пределы до старта сезона 3.5, получают дополнительную награду. Ну, видимо, там очень много плюшек ждет нас в этой игре. Переходите прямо сейчас по моей ссылке и качайте The Cycle. Ты дашь мне рыбу или нет? Да нет у меня рыбы, что ты пристал-то? Да есть у тебя рыба! Это рыба для меня! Ах, значит, все-таки у тебя есть рыба! Я не дам тебе свою рыбу! А я тебе играть не дам! Да я не хочу играть! Не хочешь? Хочу очень! Не дам! Черт, дай! Рыбу дай! Что это? Это Jager Development, который спонсирует это видео. Они дали нам рыбу. Уже ночь наступила, и я практически полностью залутал остров. Я не понимаю, почему я ничего не могу посадить. Стоп, по-моему, сначала надо полить, налить. Налить! Прекрасно! Так, все. Что мы будем сажать сюда? Арбузы? Нет. Манго? Хрен. Что у нас еще есть? Ананас. Ну, ананас-то, блин. И ананас нельзя. Ох, штормить под утро начало. Валим отсюда. Ну все, давай, ветер, я в твоей власти. Ой, блин, я еще и во власти страха. Ух. Мне кажется, эта грядка вообще не годится ни на что. Давайте ее уберем. Да, у меня же новая ловушка еще есть. Давайте-ка поставим ее где-нибудь. Вот так. Впереди еще один остров сразу. Смотри, какой здоровый. Нам точно нужно остановиться будет там. И еще надо немножко рыбешки поймать. Только чайки не говорите. Вот здесь, через ловушку. Мы поймаем рыбу ловушкой и удочкой одновременно. Во, какую фигню интересную я поймал. Кто посмел? Кто орет? Чуточку развернуть вот сюда, прямо на остров. Нельзя мимо проплывать. Нельзя мимо проплывать, бочка, слышала? Мне для хранилища очень нужен пластик. Я бы еще якорь замутил на самом деле. А вот и ты, прекрасный остров. Пластика достаточно. Давайте еще один раз веревка. Есть, хранилище номер 3. Ну вот и здорово, теперь можно хлам сложить лишний. Оп, ты снова здесь. Ну ладно, сиди.
Скоро гамак замутим. Как там? Готово? Ой, хорошо. Нет! Я слышу! Нет! Только не ловушку! Только не ловушку! Не трогай мою ловушку! Молодец. Я молодец. Окей, топор в руки. Понеслась. Оп-оп. О, пластик. Блин, какой крутой остров. Это прям утес. Эх, давай, давай, есть. Остров, как бы хочешь, чтобы я еще выше пошел. О, хранилище. Сейчас мы к тебе придем, хранилище. Прыжок. Ой, как опасно. Ой, как можно туда упасть жестко. А что там? Не знаю, главное не упасть жестко. Дофига барахла, дофига, дофига. Железная руда. Сейчас надо изучить по-любому так. Прыжок. Еще раз. Нет, 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 нет. Что это? Какие-то куски металла. Ой, здесь плохо быть. Я справлюсь, давай быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Я очень хочу вот это изучить. Что это нам даст? Ничего. Мы не можем это изучить. Ну-ка, вот это. Шарнир, изучить. Ладно, теперь мы можем сделать хранилище апгрейдженное и большая Да. Ноу! Ноу! Нетушки, нетушки! Сейчас сдохнет, она вся в шрамах. Вкусный скубре. Нам надо сделать гамак. Очень хочу гамак. Так, гвозди готовы, осталось только перья собрать. Так, ты там закончила, чайка? Ага. Так, еще одно перо. Еще немножко чаек. Ну-ка, топор-то мы можем замутить? Кайфецкий. Нет, толстый шуруп еще нужен. Сидит, смотрите, сидит. Отлично. Любуется закатом луны. Следующий остров. Посмотрим, какой он будет. Давай, чайка, ты будешь нашим штурманом. Прямо на восход поплыли. Это значит, что там восток. Мы сейчас в Японию приплывем. Ну и пока мы не доплыли до острова, опять начинается эпизод скучного собирания ресурсов. Но я знаю, как мы можем друг друга развлечь. Конечно же, рыбными анекдотами. А именно теми самыми, которые вы мне прислали. За весь видос расскажу 3 анекдота, поэтому смотрите до конца. Анекдот первый от Марата Хабибулина. Я забыл в штанах наушники и бросил в стирку. Угадай, что случилось? Что? Звук стал чище. Это не рыбный анекдот, я знаю. Но в этом-то и сюрприз. Вы никогда не знаете, какой анекдот в итоге будет. Плот! Направляем свой плот на плот. Они встретятся в море. Это будет любовь. Эй, погоди. Только человек успел улететь, сразу другая села. А можно мне забрать-то перышко? Прошу. Спасибо. Гамак! Вот прямо сейчас зафигачу. Гамак! Куда поставить? О-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это кайф! Блин, сейчас так осматриваю свой плот, ну какой-то уродский. Ну уж простите, в тени паруса буду. Иногда. Можно положить свое тело и кайфовать от чаек. Можно встать и перестать кайфовать. Самец плота медленно подкатывает к самке. Самцы гораздо крупнее и уродливее, и на них акулы нападают! Стой! Откусила, ну ладно. Стоп! Парус убрать, парус убрать. Все. Так, здесь грядка. Здесь эта штука. Болт собрал. Там еще гнездо чайкино есть. Он тоже дружил с чайкой. Погоди, не тони. И все. Кажется, самка отчаливает. Ты не зашел ей. Уж извини. Она решила утопиться. Но ты попытался. Ты попытался. Ведь девушки любят тех, кто... Кто не я. И если вы чувствуете себя так же, дорогие подписчики парни... лайк. Кажется, лайков не будет под этим видео. Погодите, суперкрюк, ультракрюк. Посмотрите, я сделал ультракрюк, я могу его сделать теперь. И он, смотрите, как швыряется далеко. И какой быстрый. Офигеть, его еще, небось, надолго хватает. Впереди остров. Мы можем сделать уже среднюю грядку. Пугало еще замутим сейчас. Вот у нас фермерство пойдет. Грядка. Второй опреснитель. Ой, обязательно нужен. Налить жидкость. Я ее выпил. Блин, ананасовое семечко посажено. Ой, хорошо. Мы поставим вот этого чувака здесь. Какого? Какого? У тебя была одна работа. У тебя была одна работа. Отпугивать от грядок. А, ну он на себя принял удар. В принципе, молодец. Извини, что наорал на тебя. Бедный пугало. Его чайка, по-моему, просто выдрала. Ты вообще как? Тебе надо чинить? Или мне тебя еще охранять? Или надо поставить пугало, чтобы охранять пугало? Точно. Все, будешь охранять его. Слушай, походу нам не светит на тот остров попасть уже. Все, забыли. Изобилие. Вот туда ветер дует, туда и мы поплывем. А это что? Это же другой остров, да? Блин, он гораздо интересней.
Прям на него курс держим. А для чего же это отличная миска? Мне интересно. Давайте сделаем отличную миску. 4 штуки. Такое ощущение, как будто это чтобы милостыни выпросить. Лайков подайте, пожалуйста. А ананасики-то растут. Прямо строго в остров идем. Кладем potato прямо на гриль. Нет! Нет! У тебя была одна задача! Почему ты не выполняешь свою работу? Тут чайки просто жесть какие хищные. Все, гоу на остров. Смотрим, что здесь есть. Что мы можем себе позволить? Мы можем себе позволить многое, ведь мы здесь одни. Пишите в комментариях, что бы вы себе позволили, окажись вы одни на острове. Но подумайте, хотим ли мы, другие люди, это знать? Но все равно пишите, потому что я очень хочу. Слушайте, ну что такое? Ну что такое? Какой-то очень скучный остров попался. Ну ничего здесь интересного нету. Такой скучный, что пора бы зачитать новый анекдот. Анекдот от Ноа. Маленький сын спрашивает у мамы. Мам, а чем зимняя рыбалка отличается от летней? Да ничем. Та же пьянка. Только зимой. О, чайка, смотрите, садится. Она думает, что мы на нее не смотрим. Тупая чайка. Вот тупая, а? Конечно, тупая. Что-то я разозлился на чайку. Просто так. Собственно, у меня была надежда здесь поскрести по дну и добыть металла. А вось еще чего-нибудь интересного. Какого дьявола? Ты не пугай мою чайку, атака! Атака! Из-под низа прямо атака! Ты в порядке, чайка? У меня шок в глазах. Или ей пофигу? Последний раз, когда проверял, чайке было пофигу. И я сейчас посматриваю вниз на донышко. И офигеть, сколько всего там есть, кажется. Получится ли мне нырнуть безопасно? Безопасно не получится. О, кольнуло. Ну ладно, давайте нырнем разочек. Посмотрим, что это. У-у-у! Как быстро собирается все. Ой, я умру! Ой, я умру! Зачем я это сделал? Быстрей! Быстрей! У тебя была одна задача — охранять меня. Чуть не погиб геройски. Кстати, как там мои ананасы? Они выросли. Я помню их еще вот такими. Как быстро. Но где-то есть какой-то пляж, где акула мне не будет трогать. Вот, смотрите, я плаваю здесь. Она такая, не трогаю. Нам надо вот сюда плот пригнать. И, возможно, у меня... Да! Разовый якорь готов. Смотри, что творит. Че творишь? По шапке било. Че, хорошая шапка, не думай. Ты не думай. Да ты не можешь, ты же пугало. Вот тебе надо думать, ты пугало охраняющее пугало. На тебе больше ответственности. Прямо скребя по скалам острова, мы... Огибаем его. Самое время готовить якорь. И куда мы его? Давайте пока здесь поставим. Вот, акула приплыла на эту часть острова. Тупая. Акула тупая. Все. Пожалуйста, стой. И прыжок. Теперь смотрим. Наблюдаем. Приплывет ли тварь? Кажется, нет. Как быстро собирается этим крюком. Офигеть можно. Я уже офигел. Потому что можно. Ой, как хорошо. Ой, как здорово. Так приятно. А это что такое? Водоросли? О, нифига себе, новый ресурс у нас. Железная руда, прекрасно. А, на гоу, обратно на плот, надо поесть. Там, возможно, уже чайки такое сотворили с моим пугало. Нет, моя пугало еще жива. Кажется, частично. Без башки оставили. Говна ли кусок? И без рук. Ты почему не следил за ним? У нас же здесь водоросли, новый ресурс, изучить. Ой, что-то мы получили, какой-то новый рецепт, походу, или нет. Нифига. Что мы теперь делать с этим пугалом? А, просто сломали его, чтобы построить вновь. Теперь твоя задача приглядывать за этим пугалом. Все, смотри ему в глаза и не доверяй. Не доверяют друг другу, сразу видно. Эй, пугало. Что, пугало? Мне не нравится твоя шляпа. А мне не нравится твоя. Но больше всего мне не нравится видеть твою рожу на этом плоту. Мне твоя тоже противна. На этом плоту есть место только для одного пугало. Ты бросаешь мне вызов, пугало? Если не побоишься принять его, вызов принят. А! Нет! Чайка испортила дуэль! Немножко выгрузил себя. Давайте пойдем снова лутать. Бульк! Как тут много всего. А теперь эта игра слегка превратилась в Сабнатику. Все, все,
крюк закончился. Мы сегодня с вами добыли целую кучу всякого полезного. И я думаю, на этом мы можем с вами закончить этот видос. Снимаем с якоря, опускаем парус и направляемся в море. Ну и напоследок, конечно же, анекдот. От Алина почему Ной мало рыбачил на ковчеге? У него было всего 2 червя. Что ж, друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось это видео и надеюсь, что вы хотите видеть их больше. Если так, то ставьте много лайков, подписывайтесь на канал, ставите доску своими, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Продолжаем продуктивный декабрь и пилим видосы, пилим видосы. Конечно же, не забывайте про мой сайт с комиксами и мерчом, будет ссылка в описании и вот здесь. Теперь можно и по подсказке переходить. Ну а с вами был Юджин и всем 5!